В этом видео мы протестируем пассажирский электротрицикл, оценим его тяговитость и мощность, а также покатаемся по разному рельефу, чтобы посмотреть, на что он способен. Всем приятного просмотра! Мы начинаем! Друзья, всем привет! Скорее всего, в тот самый момент, когда вы смотрите данный видеообзор, на улице наступило самое настоящее и жаркое лето. С чем я вас всех и поздравляю! Итак, сегодня у нас на обзоре интересный электротрицикл. Это самый доступный трицикл из пассажирских от компании Treon. И называется он Treon Compass. Тут оптимальное сочетание функционала, мощности и цены. Но давайте обо всем по порядку. Начинаем обзор. В данной модели существует всего три цветовых вариации. Мы для обзора взяли красную, но также есть еще черный цвет и синий. Выбирайте на нашем сайте тот цвет, который просто вам больше понравится. Я уже сказал, что данная модель является пассажирской, но возможно вы сейчас смотрите на свои экраны и такие: да нет, он точно одноместный. Поэтому, чтобы подтвердить свои слова, я сейчас продемонстрирую, как он раскладывается и как минимум с одноместного становится двухместным. Итак, поехали. Тут имеется вот такой рычаг, я нажимаю на него рукой. Вы можете нажимать ногой, как вам в принципе удобнее, так и делайте. До щелчка отодвигая заднее сиденье, теперь оно становится пассажирским. Отсюда аккуратно раскладываю переднее сиденье, оно становится у нас основным, то есть водительским. Теперь давайте я сяду на этот трицикл, чтобы вы могли со стороны посмотреть, как все это дело выглядит. И теперь вы наверняка видите, что позади меня спокойно может разместиться человек, как минимум таким же ростом, как я, и у него ноги не будут болтаться где-то в воздухе, так как тут имеется платформа для ног, вот она, дека. Он спокойно их разместит вот здесь, и мы будем комфортно вместе передвигаться. Мои ноги, тоже обратите внимание, спокойно здесь размещаются, места им хватает. Итак, есть еще одно место, секретное, для маленького пассажира. Сейчас покажу, как оно раскладывается. Да очень просто. Хоп, и все, оно разложилось. Сюда вы можете посадить ребенка, который, кстати, тоже может держаться за вот этот вот маленький импровизированный руль и чувствовать всю причастность к вашей семейной поездке. На данный момент второго пассажира нет, так сказать, чтобы продемонстрировать, как вот он будет сидеть позади меня. А оператор, к сожалению, стесняется, да, такое бывает. Поэтому давайте я сам сейчас сюда сяду, чтобы вы видели, как это выглядит со стороны. Сразу хочу отметить, здесь гораздо комфортнее, чем на месте водителя. Есть подлокотники, можно развалиться. Если вы будете использовать данную технику где-то на дачах, в коттеджных поселках, я бы даже побаловался, поездил прямо вот отсюда, поуправлял бы им так. Но, понятное дело, что так будут делать маленькое количество людей, поэтому давайте возвращаюсь на водительское сиденье. Вы просто посмотрите, сколько сзади у меня есть места, если еду, например, я без пассажира. Сюда можно закинуть рюкзак, или он, например, может быть у меня на плечах, если я не хочу, допустим, его класть в корзину. Ну, такое может быть. Кот тороплюсь, сел, сразу поехал. Это тоже удобно. Ну, а мы двигаемся по обзору дальше. Давайте, кстати, я продемонстрирую, насколько быстро его можно сложить. Для начала убираем водительское сиденье, нажимаем рычаг, задвигаем пассажирское, садимся, заводим и отправляемся дальше. Давайте сразу же проверим, какой здесь угол разворота. Достаточно широкий тротуар здесь. Я давайте остановлюсь с краю и пробую развернуться прям, ну, грубо говоря, с места, да. Видно, что места мне не хватает, но не беда. Тут имеется задняя скорость, включаем ее. Очень громко она сигнализирует, что она включена. Развернулись и продолжаем движение вперед. Эта техника максимально универсальная. Зачастую ее приобретают для эксплуатации по деревням, по коттеджным поселкам, по дачам. Конечно, можно эксплуатировать ее в курортных городах, там, благо, погода круглый год, так сказать, хорошая и подходящая, да. Но также подобную технику приобретают и для производственных крупных складов. Например, человек работает, за день проходит большое количество километров и еще иногда в руках переносит какие-то грузы, так скажем, хозяйственного предназначения. И для этих задач этот трицикл тоже подойдет. В общем, мест для применения большое количество. Ну а теперь давайте я поделюсь информацией, так скажем, о своих габаритах, чтобы вы могли примериться, подходит данный трицикл вам по размеру или нет. На сегодняшний день мой вес составляет 90 килограмм, ну а рост, собственно, как и всегда, к сожалению, он уже не изменится, 184 сантиметра. И вот таким вот образом я выгляжу на фоне данной модели трицикла. Ну а теперь давайте еще разок на него сяду, чтобы вы могли посмотреть, как я выгляжу на нем, когда он в сложном состоянии. Сразу видно, места мне много, сидеть достаточно мягко и комфортно, и коленки руля не достают, что, конечно, тоже плюс. Переходим к
ходовой части. И начнем, как всегда, с двигателя. Итак, эта модель обладает самым мощным двигателем среди представителей данного класса. И он здесь 1000 Вт. Привод приходится на задние колеса. Как заявляет производитель, максимальная скорость здесь 25 км в час. Но важно отметить, что производитель заявляет скорость с аккумулятором вольтажом 48. Но сейчас тут стоит аккумулятором, у которого вольтаж 60. Скорее всего, скорость будет быстрее. Но какая точно, сейчас мы это и проверим. Итак, я выехал на более-менее ровную дорогу, никаких помех нет, буду разгоняться. Смотреть буду на приложение в телефоне. Также хочу сказать, что справа на руле я включил третий скоростной режим, максимальный. Смотрим, какая скорость у меня уже сейчас в приложении. 25 км в час. На всякий случай напомню, что мой вес на сегодняшний день составляет 90 кг. Итак, возвращаемся к скорости. 27 км в час только что мигнуло на экране. О, 28. Давайте еще немного подождем. Доедем хотя бы до поворота. 29 км в час. 27, 29. Итак, я смог разогнаться максимально на этом трицикле до 29 км в час. Вы наверняка обратили внимание, у данного трицикла имеется дифференциал, да? И в трициклах он, кстати, играет важную роль в распределении момента на ведущие колеса и позволяет им вращаться с разной скоростью при повороте. А чего же питается данный трицикл? Ну, смотрите, в стоке, то есть по умолчанию, этот трицикл поставляется без АКБ. Для чего это сделано? Для того, чтобы вы могли выбрать именно тот аккумулятор, который подходит конкретно под ваши задачи. Мы для обзора взяли свинцово-гелевый аккумулятор вольтажом 60 и 20 ампер-часов. И, как мне кажется, это оптимальный вариант для того, чтобы технику эксплуатировать максимально. То есть он будет и тяговитый, и быстро будет набирать скорость с этим аккумулятором. Но можно, конечно, сюда поставить, например, литий-ионный аккумулятор вольтажом 48 на 20 ампер-часов. Тогда он будет немного медленнее набирать скорость, но, возможно, вам это тоже подойдет. Зато литий-ионный аккумулятор будет легче, но хотя в целом чуть-чуть подороже, например, нежели чем свинцово-гелевый аккумулятор. Зато свинцово-гелевые аккумуляторы, как правило, неприхотливые, они чуть побюджетнее. Ну так вот, если вы хотите ездить на более длительные расстояния, то можно поставить, например, сюда аккумулятор вольтажом 60 и на 32 ампер-часа. И тогда вы сможете проехать, ну, в районе 80 км. Но поскольку здесь у нас сейчас стоит свинцово-гелевый аккумулятор на 20 ампер-часов вольтажом 60, именно на нем вы сможете проехать в районе, ну, 50 км. Плюс-минус, разумеется. Также важно отметить, что аккумулятор находится здесь под водительским сиденьем. То есть вот так вот он легко поднимается, здесь вы можете его увидеть. Разъем для зарядки находится на левой части у этого трицикла. Открываем пластиковую заглушку, подключаем кабель питания, заряжаем. Ну а теперь давайте обсудим факторы, которые в значительной степени влияют на пройденное расстояние на одном заряде аккумулятора. И первый фактор, как и всегда, это вес пользователя. Ну, в данном случае вес пользователей, поскольку трицикл пассажирский. Второй фактор – это рельеф дороги. Третий – температура окружающей среды. То есть чем она ниже, тем быстрее разрядится аккумулятор. Четвертый фактор – это давление в покрышках. Чем они будут туже, тем больше проедет техника. И последний фактор – это встречный ветер. Если так получилось, что уже на этом моменте видео у вас появились вопросы, разумеется, что касается данного электротрицикла, ничего страшного, ведь прямо сейчас, вот тут справа, вы видите номера телефонов наших менеджеров. И первое, что вы можете сделать, это поставить это видео на паузу, позвонить им прямо сейчас, да, задать свой любой вопрос, и они, конечно же, вам на него ответят. Второй вариант, если вы заняты, сделайте скриншот экрана и позвоните потом, когда у вас появится свободное время. Но если вы не хотите разговаривать по телефону, не беда, ведь нижний номер прикреплен к мессенджерам. Пишите туда, и наши менеджеры ответят вам и там. Ну а теперь давайте я вам продемонстрирую, как работает этот трицикл от первого лица. Я включу первый скоростной режим справа на руле, заодно посмотрим, какая получится максимальная скорость на этом первом скоростном режиме. Ну, я думаю, примерно 15 км в час она будет. Давайте здесь сразу же разгонимся. Итак, вот как раз 15 он держит, ну даже 16. Давайте повернем вправо. Вдруг неожиданно вот нам надо съехать с асфальта, я повернул. И видно, что даже здесь трицикл может не просто ехать, а еще и разгоняться. Да, вот сейчас я сколько держу? Примерно 12 км в час, даже 14. Я спокойно практически везде проезжаю, хотя есть много кочек, еще каких-то, так скажем, ямок непонятных, которые можно так сразу, на первый взгляд-то и не заметить. Но самое главное, что трицикл везде проехал, и вот мы выехали на асфальт. Ну а мы тем временем добрались до механической части, и давайте начнем с максимальной нагрузки. Как заявляет производитель, здесь она 150 кг. Слушайте, достаточно такая внушительная цифра, и это то, в чем производитель уверен на 100%, что есть такая у него грузоподъемность, да. Но на самом деле, судя по его массивности, по тому, как выглядит данный трицикл, что-то мне подсказывает, что даже больше он спокойно увезет. Хотя давайте-ка, мистер оператор, сразу проверим, у тебя какой вес, помню? 70 плюс-минус. Ну, у меня 90, вместе мы типа 160. Садись, давай-ка прокатимся. Давай, садись первый.
Даже попробуем развить скорость и заодно проверим еще и амортизацию. Что, получится у тебя сесть и не выключить камеру? Вроде бы отлично. Ладно, погнали. Даже на первой скорости, смотри, как активно он начинает набирать. Вот сейчас слева, точнее влево свернем. Здесь начинается такая грунтовая дорожка. Попробуем прокатиться. Вообще никаких проблем нет. Самое главное, это на первой скорости. Так, попробуем сейчас где-нибудь мы тут аккуратненько через траву проскочить, выехать на асфальт, чтобы там нам уже развить максимальную скорость. Какой получится у нас развить максимальную скорость с нами двумя? И прямо здесь... Опа! Вообще без проблем. Он приезжает. Как амортизация? Пойдет? Да, чудесно. Вот здесь, да, еще очень просто... Очень удобно и мягко. На задней части просто есть еще амортизатор, а не только спереди вилка. Итак, включаем третий скоростной режим и пробуем разогнаться. Будем ориентироваться по приложению на телефоне. Видно, что сейчас там отображается 23 км в час. Ровно прям держит. 26, смотри-ка. Все, 26 закрепили. 27 мелькнуло. Останавливаемся. Ну, слушайте, думаю, примерно 26-27 этот трицикл может развить вместе с нами двумя. Ну, я думаю, хороший достаточно результат. Оператор аккуратнее, тут джунгли начинаются. Что там, вообще не там поехал? Итак, максимальную нагрузку мы проверили, прокатившись вдвоем с оператором. Я показал, как складывается данный трицикл, как раскладывается. Теперь идем дальше и давайте определим, из чего у нас тут рама. Из алюминия, либо же из стали. Имеется рулетка, в наконечнике магнит. Проверяем. Примагнитилась, да, рама у нас из стали. Следующий момент, который мы обсудим, это корзины. Их тут две, да, есть передняя и есть задняя. Сейчас вы заднюю не видите, почему? Потому что я трицикл разложил, чтобы он стал двухместным. Ну, буквально за пару секунд я его обратно сложу, и он станет одноместным. И теперь вы видите корзину, которая находится на задней части трицикла. Она чуть-чуть пошире, чуть-чуть побольше, чем передняя. В нее можно положить, например, рюкзак стандартного размера. Ну, а в переднюю, например, можно положить пакет с продуктами небольшого размера. Самое главное, хорошо, что если вы будете в нем ездить, вам не придется, что бы то ни было, таскать в руках, так как здесь имеется аж целых две корзины. У данного трайка тормозная система барабанного типа. Давайте проверим, как работают рычаги торможения на руле. Разгоняемся и останавливаемся. Достаточно плавно и быстро. Но теперь давайте проверим, как работает именно педаль торможения. Итак, еще разок разгоняемся и нажимаем на педаль торможения. Да, вот такой вот свист, но достаточно быстро он останавливается. Мне показалось даже быстрее, чем на рычагах торможения. В любом случае, выбирайте тот тормоз, который будет удобней для вас. Ну а мы идем дальше, и, конечно же, давайте я озвучу вам всю информацию, что касается габаритов. Мы их, как всегда, померили и начнем с длины. Длина у нас получилась здесь 150 сантиметров. Ширина же 73 сантиметра, да. Потом померили высоту руля. Также мерили ее от земли, как всегда, до самой верхней точки. И она получилась 103 сантиметра. Но если вы будете ездить на этом трицикле с зеркалами заднего вида, мы померили высоту от земли также и по их верхней точке, и она получилась уже 123 сантиметра. Клиренс здесь, он же дорожный просвет, 10 сантиметров. Но и на всякий случай мы также померили, во-первых, ширину пассажирского сидения, она получилась 58 сантиметров. Но и дополнительно померили ширину водительского сидения, и она здесь получилась 27 сантиметров. Для чего я всегда озвучиваю эти цифры, эти габариты? Да для того, чтобы люди хотя бы примерно могли понимать, сколько же данная техника будет занимать место при хранении, ну, либо же при транспортировке. У компании Трион действует расширенная гарантия на всю свою технику. О чем это говорит? О том, что компания уверена в качестве своей продукции. Для сравнения, многие аналогичные компании, которые тоже, допустим, занимаются трициклами, дают гарантию на двигатель, на аккумулятор полгода. Кто-то на раму дает год, кто-то полгода. На зарядное устройство вообще некоторые дают гарантию 14 дней. Так вот, компания Трион дает абсолютно на все здесь 12 месяцев гарантию, да. И это, конечно же, несомненно, плюс. Ребят, сегодня на улице, конечно, максимально и жарко, и душно, но благо мы снимаем обзоры на электротехнику, в данном случае вообще на электротрицикл, у него просто физически не существует педалей. И я, когда поворачиваю ручку газа, я же вообще не напрягаюсь. И меня какой-никакой ветерок, но начинает обдувать. И это, конечно же, приятно. Также обратите внимание, как я перевожу рюкзак. Вот я просто положу его на пассажирское сиденье, моя спина его блокирует, и он никуда не вылетает. Мне даже так удобнее, чем перевозить его в задней корзине, хотя он туда спокойно помещается, он стандартного размера, да. Почему? Потому что мы сейчас едем до следующей точки съемок, и мне так гораздо быстрее будет доехать, сразу, чтобы его долго не доставать, открыть и достать, например, GoPro, который мне дальше понадобится. Поэтому мест для перевозки грузов здесь больше, чем только эти две корзины. У этого трицикла двойная амортизация. Вы только обратите внимание, насколько плавно и хорошо отрабатывает вилка. Но также у него на задней части имеются еще и две амортизационные пружины. Но и сиденье мягкое. Оно мне даже напоминает, знаете, что кресло дома у телевизора. Не хватает разве что в такую жару прохладительного напитка. И это все вместе, конечно же,
так или иначе дополнительно влияет на комфорт вашей поездки. Что получается здесь по колесам? Ширина покрышки 3 дюйма, диаметр 8 дюймов, в сантиметрах диаметр 35. Конечно, лучше всего на этих покрышках передвигаться по ровным поверхностям, но благо здесь двойная амортизация, она позволяет передвигаться по пересечёнке, по траве, по грунту и так далее. Везде в этих местах мы сегодня покатались, и в принципе никаких трудностей у этого трицикла не возникло. Ну и диски на этой модели литые, и смотрятся они здесь достаточно симпатично. Также снизу под рулем у нас находится вот такой вот двойной отсек, куда можно положить предметы небольшого размера, например, кошелек или ключи. В общем, уговорил я нашего скромного оператора сняться и прокатиться впервые в жизни на трицикле. Это Никита, знакомьтесь. Всем привет, очень приятно. Сейчас буду пробовать прокатиться в первый раз в жизни на трицикле. Мне очень интересно, какие ощущения я получу от данной поездки. Давайте попробуем. А ты катался на самокате на электрическом или? Ну, пару лет назад, да, катался. И больше, соответственно, электрических всяких таких велосипедов, трициклах и прочего в моей жизни не было, к сожалению. Ну что, давай прокатись и поделись впечатлением. Только поаккуратнее. Ну ты понял, там первая скорость исключена справа так, на руле. Так, а ты мне скажи, вот, это как? Вот, то есть, сейчас я включу тебе первую скорость, поворачиваешь ручку газа, аккуратненько, плавно, то есть не газуешь. Да, тут есть сигналка. Да, ты главное плавно поворачивай ручку, грубо говоря, как на мотоцикле. Пока у тебя получается, можешь даже немножечко ускориться. Ну что, как тебе? Очень классное ощущение. Во-первых, мягкое сиденье, то, что меня удивило. Очень мягко ехать, рулится хорошо, но нужно привыкать в любом случае. Такой вариант я бы рассмотрел себе на даче, чтобы ездить куда-нибудь на пруд, загорать, отдыхать. И меня удивило то, что есть здесь задняя передача. Это как на Урале, можно ездить назад и парковаться. Тем, кому неудобно будет там как-то его двигать, да, ну, ногами вот так, допустим, брать, да, и вот так подвигать, заезжать назад. То есть здесь все оборудовано, чтобы было легко. Вы просто заднюю передачу включаете и назад заезжаете, и удобно. То есть с этим проблем не будет. Итак, ну а мы добрались до органов управления. И сразу хочу сказать, что здесь тормозная система барабанная. Тормоза мы проверили, работают прекрасно. Идем на левую сторону руля, я вам покажу рычаг переднего торможения как раз-таки. Справа на руле у нас расположился рычаг заднего торможения. Возвращаемся обратно на левую сторону руля. Давайте обсудим все кнопки. Верхняя кнопка отвечает у нас за включение передней фары. Давайте расскажу вообще, как все происходит. Вы включаете трицикл, поворачиваете ключ. У нас включается изначально дневной ходовой огонь. Для того, чтобы нам уже включить потом фару переднюю, мы нажимаем данную кнопку, и она включается. Следующий переключатель отвечает за включение поворотников. Так включается левый, так выключается, так включается правый поворотник. Они у нас есть как на передней части трицикла, так и на задней. И следующая кнопка, последняя на левой стороне руля, отвечает за звуковой сигнал. Да, вот так вот он работает. Переходим на правую сторону руля. И здесь, во-первых, у нас находится полноразмерная ручка газа. То есть, когда вы ее поворачиваете, трицикл начинает набирать свою скорость. Следующая кнопка отвечает у нас за включение задней передачи. Например, R – это реверс, то есть задняя скорость, задняя передача. И D – это драйв, передняя скорость. И последняя кнопка на этом руле – это кнопка скоростных режимов. Всего их здесь три. То есть, на третьем скоростном режиме вы можете развить максимальную скорость на данном трицикле. Ну, теперь давайте более подробно рассмотрим трицикл-компьютер. Поворачиваем ключ, заводим трицикл, сразу можем увидеть здесь спидометр, то есть текущую скорость нали, потому что мы сейчас стоим на месте. Снизу экрана отображается вольтаж аккумулятора. Он, кстати, иногда меняется на трип. Вот сейчас поменялся на трип. Трип — это дистанция, пройденная трициклом, как раз-таки после включения трициклом. Почему нали? Потому что мы только включили его, еще не ездили. Справа можно увидеть индикацию заряда аккумулятора. Но также, если, допустим, вы будете включать фару, она будет отображаться в виде синей иконки на экране, да. Также, если будем включать поворотник, левый мы увидим слева на экране, правый поворотик мы видим справа на экране. В принципе, это все иконки, которые здесь отображаются. Хорошо, что у этого трицикла имеется стояночный тормоз. Это очень удобная функция. Смотрите, сейчас мы подъехали к кофейне, хотим припарковаться. Я отпускаю трицикл, и он начинает укатываться, поскольку здесь у нас такая небольшая горка, да, имеется. Даже одного стояночного тормоза, допустим, слева на руле, будет достаточно для того, чтобы трицикл остался на месте. Но если я включу еще второй, то понятное дело, что никуда он не денется. Что же у нас идет в комплекте вместе с данным трициклом? Про корзины я вам уже рассказывал, но давайте еще раз повторюсь. Имеется передняя корзина, также и задняя. Есть поворотники, спереди можно увидеть достаточно большую фару и зеркала заднего вида. Есть на колесах крылья и сигнализация. Но давайте про сигнализацию я вам расскажу чуть позже. Пока что мы идем к зарядному устройству. Вот так вот оно выглядит, оно 3-амперное. И именно этим зарядным устройством данный аккумулятор вы будете заряжать, ну, в районе 7 часов. Плюс-минус, разумеется, да. Теперь переходим к инструкциям. Первая инструкция у нас идет
полностью на русском языке, она о эксплуатации данного трицикла. Вторая инструкция о эксплуатации тяговых аккумуляторных батарей. Вот так вот она выглядит, и она тоже полностью на русском языке. Да. И теперь самый важный момент, как говорю, самый важный элемент, это наш чек-лист, то есть лист контроля, который гласит о том, что мастер нашего сервисного центра, магазина Formant, перед тем, как отправить данную технику вам, полностью ее проверил. То есть проверил, чтобы абсолютно все здесь работало, и только потом уже отправляет ее вам. В этом видео я уже упомянул, что в комплекте с данным трициклом поставляется сигнализация. Вот такая вот простая, интуитивно понятная, напоминает автомобильную. Всего здесь три кнопки, либо же три иконки. Посередине у нас иконка молнии. Если нажать на нее два раза, мы услышим характерный звуковой сигнал, а это значит, что трицикл включился, ну либо же завелся. И сейчас, если на него сяду, да, обратите внимание, что нет тут ключа в замке зажигания, поверну ручку газа, трицикл начнет ехать. И это, конечно же, удобно. Идем к следующей кнопке. Это иконка, либо же кнопка открытого замка. Если сейчас я на нее нажму, мы опять же слышим характерный звуковой сигнал, и трицикл сейчас выключился, но он все еще не на сигнализации. Как же его поставить на сигнализацию? Давайте воспользуемся третьей кнопкой. Это кнопка закрытого замка. Нажали, и теперь он точно уже на сигнализации. Допустим, вы оставили свой роскошный трицикл где-то на парковке, подходит злоумышленник и пытается его угнать. Трицикл начинает его прогонять. Если злоумышленник, ну, очень смелый и хочет его вдруг зачем-то начать толкать, то трицикл еще громче начинает его прогонять. Ну, я думаю, суть вы поняли. В принципе, здесь все просто. Ну, а теперь самое время в конце видео подвести итоги и сделать выводы. И я, как всегда, постараюсь это сделать кратко и тезисно. Данный трицикл очень легок в управлении и комфортен во время движения. Также я отметил бы тот момент, что он достаточно устойчив. Да, мы частенько снимаем обзоры именно на трехколесную технику. Кстати, в этих обзорах я всегда рекомендую, что на скорости, на трехколесной технике, не нужно входить в повороты. Скорость нужно перед этим снизить. Да, здесь рекомендация будет та же самая, но все-таки сейчас я делюсь своим личным опытом и хочу сказать, что пока мы снимаем данный видеообзор, я не раз, именно сегодня, на скорости входил в поворот. На скорости, допустим, там 15-20 км в час. И этот трицикл уверенно и устойчиво заходил в эти повороты. Это, конечно, хорошо. Также лично для меня является большим плюсом, что данную технику можно эксплуатировать не только одному, а также покататься на нем можно с друзьями, либо же семьей. В этом видео я постарался максимально все рассказать про данную технику. Ну и как всегда, я обычный человек, что-то где-то могу запамятовать, но ничего страшного, ведь именно под этим видео будет ссылка на данный трицикл. Вы можете по ней перейти и более подробно и досконально ознакомиться с этой моделью. Но если так получится, что даже после перехода на наш сайт у вас все равно останутся какие-то вопросы, не беда, вы можете нашим менеджерам как позвонить, так и написать в мессенджеры, и они уже точно помогут вам во всем разобраться до самого конца. Ну и что же вам осталось делать, друзья? Если так получилось, что вы давненько смотрите наши обзоры, но по непонятной мне причине до сих пор еще не подписаны на наш канал, пожалуйста, исправляйтесь и подпишитесь на него прямо сейчас. А также напишите любой комментарий, поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы мы понимали, что такие обзоры вам интересны, и продолжали, конечно же, снимать их и дальше. Ну а сегодня на это все. Всем спасибо за просмотр. Пока!